Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то так оно и есть. Самое время для отдельных советов. И у нас всегда есть, что вам предложить. Каждый автомобилист, наверное, хоть раз попадал в следующую ситуацию. Ключ в замке зажигания, двери заблокированы, а вы снаружи. Можно по-разному выйти из такой ситуации. Иди отсюда. Иди отсюда. Итак, способ первый – попытаться отжать стекло с помощью подручных средств, обычно проволоки. Сразу могут прийти на ум знаменитые фильмы об угонщиках. Но увидеть – это одно, а вот повторить то же самое – это другое. Приходим к выводу, что этот способ не всегда бывает эффективным. Итак, способ второй. Можно сломать замок багажника и пролезть в салон. И, наконец, способ третий. Применяет его в крайнем случае. Когда ничего другое не помогает, разбивает стекло. Но все эти методы влекут за собой потерю времени и средств, иногда и значительную. Но есть способ выйти из такой ситуации за минимальное время и без вреда автомобилю. Для этого нужно заранее спрятать запасной ключ снаружи, например, под днищем. Такая уловка поможет избежать в дальнейшем неприятной ситуации. И не беспокойтесь, что ваш автомобиль со спрятанным снаружи ключом будет более доступным для автоугонщиков. Во-первых, ключ от дверей – это лишь только первый барьер. Существуют сигнализации и разные секреты. Во-вторых, у злоумышленников есть другие реальные способы вскрыть ваш автомобиль, нежели искать спрятанный непонятно где и, возможно, вообще не существующий запасной ключ. Вот так. Стеклянную банку с завинчивающейся крышкой порой очень трудно открыть. По этому поводу я даю следующий совет. Так, тебе чего? Эй, охрана! Спасибо. Итак, чтобы открыть крышку, нужно опустить банку в горячую воду на несколько минут. Но самый быстрый и эффективный способ – нужно взять просто нож, просунуть под крышку и прокрутить. Произойдет разгерметизация, после чего можно легко открыть крышку. Если тебе кто-то сказал «дурак», не спеши думать, что он умный. Может быть, он просто представился. С вами был Евгений Дучак. И запомните, дельные советы вы можете услышать только от нас. Пока!